Правительство Индии хочет, чтобы граждане страны высказали свое мнение о цифровых валютах. Они могут сделать это на правительственном портале до 31 мая 2017 года. Власти Индии хотят узнать у людей, нужно ли регулировать виртуальные валюты, какие меры следует принять для обеспечения защиты потребителей и для содействия упорядоченному развитию таких валют. Правительство также спрашивает, какие учреждения должны участвовать в мониторинге и регулировании цифровых валют.